Группа компаний «Кресс» представляет вашему вниманию складской холодильный комплекс коммерческого назначения класса А+. Комплекс расположен на территории Новосибирской области в непосредственной близости от трассы Москва-Владивосток М-53 и представляет из себя накопительный и распределительный центр с общим объемом хранения продуктов питания до 50 тысяч тонн. Имея удобное географическое расположение, находясь в непосредственной близости от северного объезда и в 11 километрах от начала строящегося восточного объезда, позволяющего в перспективе осуществлять объезд загруженного города с выездом в направлении города Барнаул, Республики Алтай, Казахстана, Монголии и Китая, комплекс обеспечивает максимально эффективную транспортную логистику, тем самым давая возможность легко доставлять, хранить, пересортировывать и распределять продукты питания до сетевых магазинов городов Сибирского федерального округа. Кроме того, складской комплекс нового поколения отличается высоким стандартом качества, условиями хранения под надзором Роспотребнадзора, Россельхознадзора, имеет необходимые ветеринарно-санитарные условия для ввоза, вывоза, хранения и реализации импортных и отечественных продуктов питания, соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза при ввозе и хранении продукции как по России, странам СНГ, так и по странам Евросоюза и третьих стран по разрешенным к ввозу в Россию продуктам питания. Система 5-6 ярусного складирования, 12-метровая зона экспедиции, отсутствие лифтов позволяют эффективно осуществлять разгрузку, загрузку и сортировку товара. Необходимо отметить новый подход к системе холодоснабжения. Обеспечение режимов охлаждения и заморозки в 16 камерах, каждая из которых имеет площадь 1150 квадратных метров и может обеспечивать температурный режим хранения от плюс 10 до минус 27 градусов по Цельсию, осуществляется двухконтурной системой холодоснабжения. Отсутствие аммиака непосредственно в магистральных хладоносителях является экологически безопасным и энергоэффективным решением. Через систему трехходовых кранов из трубопроводов, по которым циркулирует хладоноситель «Фризиум», осуществляется непосредственный отбор холода в камеры и зону экспедиции. Это также влияет на качество товара, так как практически отсутствует усушка товара в камерах глубокой заморозки и возникает возможность обеспечить повышенный влажностный режим, что необходимо для хранения овощей и фруктов. Каждая камера двух противоположно расположенных складов снабжена герметизаторами, четырьмя наружными воротами, регулируемыми деквиллерами или выравнивающими площадками для удобства и оперативности выгрузки-загрузки разных марок автомобилей. Каждая холодильная камера, в свою очередь, снабжена двумя холодильными воротами, оснащенная быстроподъемными шторами и входными дверями. Комплекс выполнен с учетом норм пожарной безопасности. Имеется резервуар для нужд пожаротушения, оснащен системой противодымовой вентиляции, системой противопожарной автоматики, полноценной подъездной автомобильной дорогой 4-й категории. Расчетный объем энергопотребления осуществляется через понизительную станцию мощностью 5 мегаватт. Выполнена система биологической очистки хозтоков канализации. В здании административного бытового корпуса функционирует полноценная столовая, имеется служба ветеринарного контроля. На сегодня подписаны договоры аренды с такими крупными сетевыми компаниями, как «Магнит», «Ашан», «Данон», «Восток-Запад» и «Монетка». В ближайшее время планируется развитие комплекса на территории прилегающих земельных участков. Реализация этого значимого социального объекта, безусловно, даст возможность создать сотни новых рабочих мест, обеспечит дополнительные налоговые доходы в бюджеты разных уровней, снизит стоимость продовольственной потребительской корзины и обеспечит жителей более качественным и разнообразным ассортиментом продуктов питания. По вопросам предоставления услуг обращайтесь к менеджерам группы компаний «Кресс».